Coucou, ça va? Alors, у меня есть список слов. Когда мои французские друзья спрашивают, давай, скажи красивые слова на русском, я говорю вот эти слова, потому что всем нравится. И готовила это видео, я осознала, что я не уникальна в мире, и что всем нравятся эти слова. Итальянцам, американцам, иностранцам, всем. Que genre, objectivement, ces mots sont plus beaux en russe que dans les autres langues. Нет никаких дебатов. Не то, что я долго искала там в литературе, Достоевский, бла-бла, но это слова, которые вы используете почти каждый день. И думаю, что даже не замечаете, что они такие красивые для нас. Но это нормально, потому что я тоже на французском вообще не знаю, что красиво звучит и что нет. Ну, серьезно, я люблю языки, я говорю на четыре языка. Вот и да, и эти слова, они красивее на русском, чем на всех. Февраль. Феврие на французском. Феврие, это мощь. Февраль – это очень-очень поэтично, поэтическое. Честно думала, что я одна в мире, когда вы говорите февраль, чувствую, что я в другом мире. Февраль. В мире зимы. Такая атмосфера февраля. Я очень-очень люблю это слово. Я не одна. Даже есть человек, который написал всю диссертацию об этом, о том, как начинается с Ф, потом Фе, и потом Врал, и бла-бла-бла. Очень музыкальное слово, и он все объясняет, почему. Вау! Mais qu'est-ce que tu fous encore? Rien, je donne un indice là. Я его не супер хорошо произношу, потому что знаете, что самый сложный звук на русском для меня это и. Улыбка. Bon, vas-y, со своим акцентом это улыбка. Bon, vas-y, tu répètes le mot qu'elle dit là, ça veut dire sourire. Ouais. Улыбка. Webcam. Webcam. Webcam? Улыбка, извините, это название цветок. Не может быть по-другому. Тюльпан, улыбка. Бауэ. Можно делать лучше? Эбан. По-китайски это... Сяожоу. Улыбка. Сяожоу. Это слово вы можете угадать. Все чувствую. Эй, дождь! Но тоже в интернете кажется, что всем нравится это слово. Окей. Первая причина – это из-за того, что дождь классно произносит это слово. Это удовольствие говорить дождь. 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 Классно! Еще потому что, да, это очень визуально. Je sais pas, si on peut dire ça. Думаешь, дождь, и ты видишь, представляешь вот дождь. И voilà, exactement, почему русский язык такой красивый. На самом деле, вот все эти звуки и все эти слова, они очень-очень хорошо иллюстрируют то, что есть. Согласные буквы иллюстрируют как силь. Страх, спор, твердый, что? Страх, спор. Твердый. Что? Или вояль? Они милые, мягкие такие. Друзья, поз. Вы супер часто и очень давно спрашиваете, когда будут видео на французском, когда будут видео о Франции, о французском языке. Ваше желание исполнено. Нажмите ссылку в описании и получите видео на французском о Франции на почту. И это не все. Я решила, это важно, я решила сделать челлендж, марафон французского языка и французской культуры. Мы вместе погрузимся в французскую культуру и язык. Я вам все объясню. Вы знаете, или может быть не знаете, но цель этого канала, почему я создала этот канал, это чтобы общаться с вами. И на самом деле это чтобы наши культуры общались, чтобы наши менталитеты поняли друг друга. Вы же здесь grandiloquent, но это правда. И вы меня с этим помогаете очень.
здесь в комментариях и на Телеграме, когда у меня есть вопросы о языке. Это супер интересно для меня. И я хочу вам помочь понимать французскую культуру и язык. Так как это то, что мне больше нравится в мире, культура и языки. Я говорю свободно на 4 языках. Я знаю, как учить язык. Русский говорю хуже всех. Но это такой сложный язык, такой сложный. Я уверена, что этот челлендж будет полезно и будет интересно. Вуаля, я бы хотела ваше мнение об этом. Нажмите ссылку. Удовольствие. Да, удовольствие это просто иллюстрирует точно то, что я вам сказала. Нет твердых согласных. Удовольствие это как река. Удовольствие. Oui ou non? Интересно знать, думаете ли вы, что n'importe quoi. Это слово. Magnifique! И это слово завтра. Дело в том, что завтра это звучит как путешествие. Это звучит вот завтра. Завтра. Таинственное будущее, как завтра. Завтра все может быть. C'est trop beau! На французском это demain. Да. Где поэзия? Где? На испанском маньяна. Но завтра. Ну, из-за а. Завтра. Я не знаю, может быть для вас это вообще но. Но. Franchement, но. Слово уют. Уютно. Уют, уютно. Это очевидно, но не надо объяснение, что уютно. Слушаешь уютно и ты думаешь уютно. C'est juste parfait. Друзья, на французском уютно это confortable. Confortable, ты думаешь? Confortable. Genre confortable, on dirait qu'on parle d'un truc en fer, glacial, pas du tout accueillant. Mon yes, je suis slova douillet, на французском, douillet лучше. Уютно. Ты чувствуешь через это слово, ты уют. Последние 2 слова я делаю здесь, на улице, потому что погода... Alors, эти 2 слова, они названия города. Я вам расскажу историю о своем детстве. Когда я была маленькая, мы были в школе, и все дети всегда смотрели карту мира там на стене, изучали вот эту карту, и было 2 города, которые для нас были экзотичные, таинственные. И это, конечно, были русские названия города. Повторяли и повторяли эти названия, потому что для нас было «Вау, что там есть? Кто там живет?» И оказалось, что в мире для всех это так. Не только для нас, не только для французов. Все думают, что Нижний Новгород супер красивый. Не спрашивайте, почему, я не знаю. На французском это Нижний Новгород, и для нас это как... Что там? И еще это было для нас во Франции, но не знаю в мире, но для нас тоже было Владивосток, Владивосток. Вау! Я не знаю, on dirait des noms de villes de contes en fait. Если кто-то оттуда, теперь посмотрю фотографии этих городов. А как зовут людей из Владивостока? Владивосток. И привет, Нижний Новгородные, Нижний Новгородки. Вуаля, друзья, я вас люблю. Ваше мнение мне очень интересно. Скажите, что вы думаете об этом, о всех этих словах. И для тех, кто изучает или говорит по-французски, вы можете мне сказать, какие ваши самые любимые слова на французском, потому что интересно. Я уже тем, конечно. Не знаю, интересно, скажите мне. Да, это все. Увидимся на Телеграме, там общаемся часто. Добавляйтесь на Телеграме. Уже знаете, что Инстаграм, у меня есть большая проблема с Инстаграм. Моя аккаунт, il est mort. Mais je désespère pas de le récupérer, mais on verra. Я вас люблю очень-очень. Увидимся супер скоро, надеюсь.